как с обычной большой коробки сделать пол коробки. Все просто элементарно. Что делаем? Берем ножом, здесь разрезаем. Раз, два. Разрезали. Теперь у нас она откроется. Вот. Открылась. У нас здесь нужно с коробки сделать половину коробки. Что мы делаем? Надрезаем здесь. Надрезаем здесь. Точно так же надрезаем с этой стороны, надрезаем с этой стороны. Вот. Далее что мы делаем? Берем просто элементарно. Оп. Начинаем тут складывать. Сложили. Теперь с этой стороны точно так же складываем. Оп, сложили. Потом далее что? Здесь замотаем немножко скотчем, здесь замотаем скотчем. И получается у нас уже с большой огромной коробки получилось пол коробки. Потом далее что? Вот так вот складываем. И здесь тоже заворачиваем и упаковываем. Вот так получается у нас. Теперь здесь надо загнуть. Вот мы загнули ровно на такую же часть. Вот. Подвернули. Сложили. И получается хоп. И у нас что? Выходит вот такая вот коробка. Вот так вот получается у нас такая коробочка.